В картинной галерее открылась персональная выставка двух люберецких художниц Анжелы Бунчук и Оксаны Зубковой. На суд зрителей свои картины они представили впервые. Среди тех, кто оценил творчество живописцев, оказались и мы. Творческий тандем Анжелы Бунчук и Оксаны Зубковой зародился спонтанно, точно так же, как и решение провести совместную презентацию работ. Все произошло на праздновании Дня города. На выставке «Люберецкий вернисаж» их работы приглянулись сотрудникам музейно-выставочного комплекса. И вот спустя месяц картины висят в малом зале галереи. Здесь работ немного. Это специальный зал для художников, у которых еще нет в их коллекции большого количества работ. Художницы здесь выставляются интересные. Они поддерживают друг друга творчески. И их полотна, картины, дополняют друг друга. Природа, цветы, птицы и животные. На картинах все то, что делает мир прекраснее. Художниц может вдохновить на написание нового полотна, вид за окном или даже рассказ друзей об отдыхе на море. Люблю вот так выезжать, чтобы поехать посмотреть там в парк, лес. Вот так вот люблю природу, наблюдать саму природу. И это меня вдохновляет. Все вот это, что из подсознания ты видишь, всю красоту, величие природы, ты переносишь, вот я переношу на картины. Хочу показать вот этот мир. Увидеть мир глазами люберецких живописцев могут и жители городского округа. Дебютная выставка художниц продлится до 31 октября. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.